Сегодня 21 сентября 2015 года. Вот привезли, сломали. Тут думаем плотину эту подправить. Каждый год ее прорывает. И точно так же поставить 3-метровый слив. Этот был бульдозерист поднял, такая высокая, тут пониже. И дальше никак нельзя. Убрать не стали. Она тонет, машина. Здесь много воды было, видно. Вот теперь справа сегодня приехал Виктор. У нас там шифер был. Перекрывали храм. Шифер сюда, чтобы от бобров. Хорош! А то еще застрянет. Вот он сейчас, все закрыто. Раньше назывался, сейчас называем Костровый. Вот его место костра. Покажи. Вот сегодня кто тут пасет? Ерема пошел пасти. Взял с собой Рема. Овечки все время выбегали, и никто не может их удержать. Вчера мы остатки там запечатали их, и они сегодня уже не вышли. Все, начинайте. Давай. Шинку свою. Давай. Выносите. Считайте сколько и сколько останется. В любом направлении кладите одна на одну. Это только от бобров. Клади. Вот так и клади. Все. О, вот наша деревня, видать. Это Никита работает. Его монастырь где-то ждет. Казанско-Алексеевский в Томске. А он что-то, да, не знаю. Вместе? Это отдельно? Рядом отдельно кладите. Которая не полная, рядом кладите. Сапоги не порвите. О! Пошел. Вот так берег весь будем укреплять шифером от бобров. Бобры полностью плотину разрушают. Но на них тоже управа есть. Так, считайте сколько про себя. Это 4, 5. Никита, считай. 5. Вот теперь видно, сколько здесь. Ой-ой-ой, дай-ка я посмотрю, сколько здесь всего. Тащи. Так, 6-я, 7-я, да? Может обломиться, смотрите, братья. Я сейчас посмотрю, сколько, подожди. Ну, штук 50, если цельные были бы. Я так прикидывал. Ну, давай, ладно. Штук 50. Считайте сколько. Разделить надо на две группы. Вот. Какие облака. Дожди, дожди, дожди идут. Никак. Пришел грейдер и дождь. В другое время он его не дают. Потому что он работает комбайнером. А он начал грейдеровать, оно вот такими вот комками все за ним пошло. Свернулось. Сейчас вот расчищаем. Страшнее первого. Ну и вот надо готовиться сюда, к этому пруду, и сделать слив. Вот она идет, сток воды, шириной 3 метра. Они там смешную трубку какую-то заложили, даже смешно смотреть. Вот как было дело. Скотинка. Из-за века видно, овечушки пасутся. Хорошо в деревне. Так, это другая волна, Володя. А там мы из лагеря выехали. Деревня.
каждый раз новое. Сегодня, правда, 21-е, Рождество Богородицы, 20-й праздник. Но у нас даже на этот день времени нет. Разрешается работать. Потому что зима на носу. Еще сходили, есть где богослужение, отслужили. А воскресный день все отдыхают, какая бы нужда ни давила, один раз в неделю. Потому что воскресенье есть, ветхозаветнее. Суббота, ближайшее воскресенье. Субботу хранить надо. Постановление вечное. Вот так. А вон там, вдалеке, видна роща. У меня стихотворение «Сгорела роща». Это было примерно... 90. Это, наверное, 2 октября подожгли. 400 пожаров горело на Алтае. Вот это место полное суслика. Тут я маленький был. Суслик — это главный наш капитал был. Все отошло. Видите, как по категориям раскладывают. Биты отдельно, потом все это в воду, он не мокнет там. И бобрам это не по зубам. Отдельно клади, отдельно, совершенно отдельно. Никита, шифер-то весь сюда, нет? А? Шифер-то весь сюда? Нет, половины. Сколько?